В течение многих лет ритуальное агентство «Две гвоздики» помогает людям в самый трудный момент, когда они внезапно столкнулись с таким горем, как смерть близкого человека. В первую очередь люди обращаются сюда, чтобы получить поддержку, так как они еще не пришли в себя от случившегося, но уже вынуждены решать множество вопросов. Для удобства горожан недавно открылся филиал агентства в центральной части города. Ритуальное агентство «Две гвоздики» готово оказать помощь круглосуточно населению нашего города. Мы предоставляем действительно нужный и необходимый спектр услуг в час утраты. Мы берем на себя обязательства в проведении погребения согласно вашей ритуальной конфессии. В ритуальном агентстве «Две гвоздики» оказывают профессиональную консультацию во всех спектрах данного направления. Специалисты обеспечат полное сопровождение от начала и до завершения процесса. Также по двум адресам можно приобрести все необходимые ритуальные товары – минареты, кресты, одежду, венки и многое другое. Имеется и квалифицированный транспорт. Также в нашем комплексе ритуальных услуг присутствует комната для омовения и хранения при мечети города Нефтекамска на Социалистической, 76. Дополнительные услуги, которые мы включаем, вывоз тела усопшего в морг круглосуточно и бесплатно. В агентстве «Две гвоздики» имеется собственное производство по изготовлению гранитных и мраморных памятников. Здесь действует гибкая система скидок для пенсионеров, ветеранов, участников военных действий, инвалидов и постоянных клиентов. Также агентство составляет долгосрочный договор на облагораживание и уборку мест захоронения. Обратиться за помощью в агентство «Две гвоздики» можно в любое время по телефонам 8-908-335-25-95, 8-927-636-33-29 и 8-347-83-33-033.